Здравствуйте, меня зовут Женя, и я расскажу вам о погоде на 10 октября. В Барнауле ночью минус 3, днем плюс 1. В Белокурихе днем плюс 4, в Горно-Алтайске плюс 2. Ночью в обоих городах 2 градуса ниже нуля. И теперь перейдем к прогнозу погоды в Бийске. У нас переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ночью минус 2, минус 4, днем плюс 2, плюс 4. Завтра, 10 октября в 18:00, состоится концерт «История любви» замечательных музыкантов из Санкт-Петербурга. Вокал Альберт Джалилов, фортепиано Олег Вайнштейн. Ждем вас в Бийском музыкальном колледже. Наш адрес: улица Толстого, 152.